Извини, но тут хлопотруба не пройдет. Так, нормальная, кстати, такая победа над Морозевичем. Качественная. Помню, как-то он мне флажочек-то срубил один раз. Причем с добавлением контроль, когда был этот шахматы Фишера. А тут вот. Удалось. Так, ладно. Oh, this is on Draken. Слон d3 я обычно играю. 2-0. Ну, это просто скучнейшая позиция. Она чуть получше, может быть. Но абсолютно скучная. The main way is just doing a million puzzles. Слоника спрячем сразу. Е4. Наверное, ферзь Е2. Which is indeed what I have done. Конь Д5. Д5 я имел в виду. Конь Д5. Можно попробовать. Можно и не пробовать. Можно как-то слон Д2 пойти. Так, ладно, нормально, хоть чуть-чуть воодушевился после победы над самим Морозевичем. Взяли, наверное. Взяли. Тут чернопольных мне желательно поменять, конечно, чтобы мат не получить, но я сейчас и слон Б4 сыграю, а потом будем уже окучивать эти пешки. Получше у белых, поприятнее. Все-таки, несмотря на отсутствие пространства, все равно слабости скорее у черных. Да, так. Было бы слишком просто. Может, ферзь А5. And based on the things that have been happening in these games, I suspect that there is very much a tiredness factor in this tournament. You know what? I'm gonna allow this. Да, ну и вторая ладья сейчас будет заходить по линии С. H5 контр-играет, и я уважаю, но не боюсь. Well, let's cover that at least. Ладья D6, ферзь C7, ладья D7, наверное, да? Можно B5 провести. Наверное. Или там страшно что-то, что-то там. Не знаю, насколько. Насколько мне уже пора трястись. Давайте, ладно, ферзь c7 пока. Да, вот тут я почему-то думал, что все-таки проблемы у черных скорее должны быть. Где d8, тогда b5 успел пойти. A funny position. А b ладья 7. All these ridiculous looking pawns. Ладья b8, b4 даже фиксану. И потом как-то ладья d7 нападем. Не, нормально, нормально, катаем, да. Ладья d7, вот b4, ладья d5, ладья c8. Поэтому, может быть, все-таки имеет смысл, да, самому b4 фиксануть. Король f8, уже ладья d7, ладья d5 заходим. Потом вот эти слабости остаются. Так, f5. Что за чушь? Так, пошли. g6, отлично. Минус одна, сейчас минус вторая пойдет. Ну, b6 у него есть ход, да, но совершенно не лечит. Пешка слабая. Ладья привязана. H4, давайте король g2. Где-то f3 подорвем, значит. Да. Гора все равно придет к Магомеду. Думаю, что от судьбы не уйти. What if I just wait? Ладья b7, ну и забрал, например, на e4. All right, that's hanging. Ладья e5 хорошо выглядит. Можно просто пока короля попробовать подвести немножко. Да, забрали.
Так, 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 так. Какую-то контр-игру не пропустить. Желательно. Какую-то тупейшую контр-игру тут не пропустить. Ладья h2, да, сыграет. g5. Шах. Так. I'm pleasantly surprised how tricky this is. Так. Так. Как же я так раздаю-то сегодня? Просто у меня сегодня... благотворительностью просто занимаюсь. Направо и налево, ребята. Но вот это я не знаю, это выиграно или не выиграно. А, ну после ладья e6 точно не выиграно, но он, правда, почему-то ладья e6 не исполнил. Ah, I blew this. Тогда выиграно, да, тогда король отрезан. Тогда все-таки выиграно, да. Ну, в общем, ладно, бывает. Yeah, I shouldn't have let him take that h-pawn. Так, а мы тем временем в огне, кстати, мы три победки подряд одержали на почетном 35.